Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Like a Game и добро пожаловать на прохождение Doom 2 Remake. Усаживайтесь полом, всем приятного просмотра, мы продолжаем. 20... Блин, какая миссия у нас? 20 сегодня... 4-я миссия, 24-я глава, 24-й уровень. Усаживайтесь полом, всем приятного просмотра, мы продолжаем. Так... Ага, 51 про... Ух ты, у нас, кстати, много врагов на этом уровне, ребят. Нифига себе. А чё так много? Ёшкин кот, мать! Женщина. Нормально всё. Так, тут не будем брать, потому что... Ты чего? Блин, жалко эти. Нам на вот эти не нужны. Что за звук был? Тихо-тихо. Мне, кстати, иногда просаживается, и это из-за этот количество... того кошмара, что творится на экране, да? Так, и где? Где-то тут непонятно находится этот мужчина. Но это, в принципе, не суть. Здорово. А чё вы забыли, мужчина? Кентавр? Вот такой вы, Кент. Давайте в дробивик. Кстати, 200. Вот это офигенный шаг. Он на 200 хпшки. На 200 хпшки нам... А, походу это из-за красных этих. У меня ППС тут. Кстати, я не знаю почему. Почему-то из-за этих красных фонарей у меня ППС просаживается. Я не знаю почему. Ну, вот так вот сделано. О, кстати, тут нормально, да. Где? Библиотека. Наверное, не подсказка. О, подожди. Что-то мне показалось. Мне показалось, что я что-то увидел. Периферийным зрением, знаете. Так. Мне тут легко этот. Спотыкнуться и упасть вниз. И такой, ах ты. Подожди, а там портал. А мы должны это проверить, ребята. Мы должны это проверить. Так, интересно. А куда мы тпшнулись? А мы туда же тпшнулись. А это на тот случай, если мы упадем. Я понял. Синий ключ. Что это? Ёшкин кот, ребята, если я упаду. Если упаду, это будет эпик. Блин, а как прыгать? Я не знаю, правильно я сделаю? Тихо, только не дышите. А, ну окей. Блин, а там красный ключ. Господи ты мой. Вы же откуда взялись? Там красный ключ нужен. Так, ни синий, ни красный не нашел ключ.
Какой? Как? Да блин! Блин, 8 патронов тебе потратил, мужик. Господи, ты мой испугал. Ага. Чё? Чё ты открыл? Выкусите, вы чё? Люди! Лёлик! И чё? И чё? А чё тут запер? Лёлик! Так, я так понимаю, нам назад возвращаться просто нужно, да? Что мы взяли? Ну мы, по идее, красный у нас есть, если честно, ребят. Аккуратненько. Чего? Мы так уровень быстро прошли? Там была вроде синяя. Ну, прошли и прошли, ребят. Блин, ну придется еще тогда сегодня уровень пройти. Так, давайте. А чё темно так? Так, давайте сохраняться, во-первых, будем. А, пишем новый 25 уровень. 25 левел. Замечательно. И мы с вами еще быстрое сохранение. Кстати, ребят, Дядь, ты кто такой? Я тут говорю. Получается, мы с вами... Ну, 5 уровней осталось. Потому что 30-й это последний уровень. Я так понимаю, нам падать надо, да, куда-то? Ну, я так говорю, как будто я этот никогда не играл. Я же проходил этот. Я помню. Нет. Так, не сюда. Выше. Ты чё? Так, а как вам подняться наверх? Ага, подойди. Я солдат твоей любви. Так, последний ключ нужен, да? Так, подожди. Так, а кто у меня? А, синий ключ у меня нет, синий нет. У тебя, чувак, нет таких полномочий. Закрывайтесь, вы что не закрывайтесь? Так, портал. Нет. Блин, а какой портал? То есть куда нужно? Сюда прыгать нам нужен, да? Так. Ах ты, вот он еще в лицо, кстати. Хорошие вещи с моим лицом. Кстати, смотрите, что-то они там не поделили. Так вот, я, кстати, мысленно закончил. Если они друг другу случайно попадают, и они, короче, агрятся друг на друга. Он говорит, ты чё меня стреляешь? Говорит, нет, это ты в меня, говорит, стреляешь.
Тихо, тихо, по одному, по одному. Ты что выплевываешь, а? Ротик свой прикрывай. Так, ну это временно, это шинема. Это временно. Это мне не нравится она, кстати. А, ну это полупрозрачный. Ой-ой-ой, что-то там. Блин, ненавижу. Вот это, кстати. У меня, смотрите, почти просадил, прикинь. Всю хпшку мою просадил. Блин, на следующий уровень что, серьезно мы? С таким хпшкой будем? Да, печалька, кстати. Так. Подожди. Не послышалось или что-то открылось? Не знаю, что-то открылось, но... Кстати, блин, что, серьезно, мне за два уровня за... Ну, играем дальше. Так, 25-й, 26-й, значит, да? 26-й. Левел. Замечательно. Так, тут тоже сохраняемся. А где вы? Вон, вон. Ну, где же? Тихо. Тихо, падай. Не дожди. Ах ты. Ах ты же, сучка же крашеная. Так, красный ключ нужен, я понял. И давит так. Еще нет, не убил. Ты еще куда идешь? Чувак, это рэпчик. А как, подожди, а какой смысл? Отсюда я слышу. Слышите? Так. Блин, сюда прыгнуть, это очень опасно прям. Сюда прыгать, я вам скажу. Ну, серьезно. Ну, давай. Хм. Я могу прыгнуть сюда. Блин, надо тестировать, ребят. Могу ли я? Нет! Там синий ключ был, да? Ну, гениально, конечно. Ну, ты кадрюшка. Так, может, так и пустить можно? Да, блин. Я где-то... Я что-то синее видел. Или мне показалось. Или вообще чокнутый. Так, нет, я подожди. Не, ну если тут секрет был, то тут синего ключа не может быть. По идее, по логике. И я забыл опять, кстати, активировать экранчик. Ага,
Желтый ключ. Так, что-то мы с вами открыли. Красный. Опять эти фонари, блин, дурацкие, от которых мне просадки ведутся. Это забираем. Не знаете, куда мы попали? Не хотите подсказывать, но не надо. Это временная невидимка. Ой, а чё-то мне не нравится, куда я попал. Ауч! Блин, ну что ж ты, поверь. Ты жить хочешь? Так, теперь нам бы вспомнить бы. Так, красный, да? Нам бы теперь вспомнить бы. Что за подстава только что была? Нафиг мне это нужен по трошке. Блин, какой запутанный уровень. Я так запутался. Ты тоже, чувак, я вижу, ты запутался. Потерялся, бедолаг. Нет, это вообще не сюда. Так. Не, ты еще подстава, что за подстава? Что за фигня? И что, я так не дружу с тобой? И что это дает мне? Там бронька, я вижу, да? Не совсем понятно. Как она отпускается? Что ж ты проект? А я реально могу долететь? Нет. Чуть-чуть, да, не хватило. Да, я сделал это. Кстати, там открылся этот. Гениально, когда я уже взял, он открылся. Ну, броньку хотя бы взяли мы.
Блин, я реально запутался, ребят. Сюда, не сюда нам. Синий ключ есть. Ой-ой-ой-ой-ой, мужчина, мужчина, подойдите. Махалай, махалай. Желтый ключ. Тихо. Ага, вижу, вижу. Кто появился, ничего страшного. Думаю, мы тебя не будем убивать. Ты сука, прикинь, какой он. Ой, я тупо толкнул сейчас. За это, конечно, я тебе не могу простить. Прикиньте, тупо толкнул меня сейчас, офигеть. Я хотел его оставить живых. Мне показалось, ли там кто-то бегает? Казалось. Так. Блин, я конкретно запутался. Отсюда я пришел, наоборот. А, меня телепортировало, значит, правильно. Я просто сам в другую сторону побежал. Смотрим, где по карте у нас в эту сторону нужно идти, да? Желтая. Ну вот видите, там на карте желтая. Вот он. Вот он. Вот это лабиринт, я вам скажу. Жесть, какой-то лабиринт был сейчас. Так, сохраняемся. 27-й. А, ну и все получается. Мы тогда завтра, я не знаю, посмотря какие уровни будут по времени, мы с вами, получается, пройдем, да, игру. Замечательно. Так. Ритуальчику, знаете, лайк, подписка и комментарий, смея видосики, не болеть, ничего, хотите всем хорошего настроения, увидимся с вами в следующих сериях на канале Like of Game, ну, точнее, уже завтра. Всем пока, ребята.